Доброе утро! С моим сгоревшим носом наступает последний день Камино Португес. Сегодня будет Сантьяго. Мы где-то в пригороде в 8 километрах. 2 дня без съемок. Потому что очень как-то... Сегодня тоже будет немного. Потому что всего 8 километров идти до Сантьяго. Дорога будет уходить куда-то туда, по таким вот... Хесус! По таким каким-то высоткам. Такие небольшие города. Вот последний этап Камино Португес, который до Сантьяго, идет по какому-то небольшому пригороду. Не очень веселая дорога, на самом деле, уже третий день. И ты немножко смотришь так по сторонам, там уже виднеется Сантьяго, но и кажется, что вот-вот сейчас увижу шпили собора. На самом деле, я по прошлому разу понимаю, вот там виднеется город. Ты не увидишь собор до последнего, несмотря на то, что его шпили очень высокие. По крайней мере, с Камино Франсес его вообще не видно, пока ты не выходишь на площадь. Поэтому это все обман. Здесь очень много церквей. Скорее всего, это не он. Мы вышли очень поздно, но уже достаточно много пилигримов. Вы знаете, осталось 500 метров до площади Обрадойро. И в прошлый раз, ну, как бы французский путь заходит совсем с другой стороны. Мы когда шли по этой улице, встречали пилигримов, португальцев. Они были какими-то другими, если честно. Вот сейчас, я не знаю, у меня не та гамма чувств, которая была как первый раз. Вообще другая. И мы дошли! Мы пришли! И даже строительных лесов почти не осталось. Знаете, в прошлый раз все было по-другому, а потому что двух одинаковых путей не бывает. Все, еще одна бумажка на весы страшного суда, чтобы мои грехи были не такими тяжелыми. Ребятки, я покидаю Камино де Сантьяго, но я не покидаю Камино, потому что
прошлом году в это время, когда я день погуляла по Сантьяго, я точно знала, что после французского я отправлюсь на португальский путь. Я тогда уже это знала. А сейчас я могу сказать, что я не знаю, когда я сюда вернусь. И спасибо всем вам, всем.